Если аборт – это убийство, женщина в этом убийстве не виновна. Она же не сама делает себе аборт. Она обращается к врачу. А он профессиональный убийца, который убивает возбудителей болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье человеку. Сейчас я это наглядно показываю. Вот у меня появилось яйцо. Как известно, яйцо – это нерожденный цыпленочек. Если у меня появилось яйцо, я должна, получается, его высиживать, а это малоподвижный образ жизни, а он мне противопоказан. Потом появится цыпленок, который будет пищать, везде гадить, все клевать, портить имущество и нервы. Поэтому пока не поздно, лучше приготовить быстренько яичницу. Но я не умею готовить, а мне пофиг, поэтому я зову повара, который хорошо готовит и которому пофиг на демагогию. Я повар, но я не убийца, я только расчленяю трупы. Но случай с приготовлением яичницы – это уникальный случай. Я становлюсь убийцей наподобие врачу. Здесь у меня есть расчлененный труп свиньи по имени Бекон. Как говорят кришнаиты, бекон – это убийство свиньи, а мне пофиг. Яйцо. Ничего личного, что я тебя убиваю. Я хочу жить, и я хочу жрать. Я сейчас не просто готовлю яичницу. Я спасаю женщину от проблем, связанных с содержанием в доме цыпленка. Аборт – это убийство, а яичница – это аборт. А мне вкусно, и мне пофиг.